Всем привет! Меня зовут Владимир, я с Брянской области. Мне 48 лет. Занимаюсь я примерно 5-й год, самостоятельно дома. Это мой Харлей. За 9 секунд набирает скорость до сотни. Сегодня хорошая погода, я решил снять первые упражнения на спортивной площадке. На брусьях на турнике я давно не занимался. Сегодня пробные упражнения на трицепс, на грудные, на брусьях и подтягивания широким хватом. Небольшая разминка с резиновыми петлями на трицепс. Город у нас небольшой, в центральном парке вот сделали небольшую спортивную площадку. На брусьях я практически не занимался, не было возможности. Вот сегодня пробую первый раз за последнее время. Сегодня такая погода стоит, что приятно на улице заниматься. Плохо, что на этой спортивной площадке нет железа, ни штанги, ни гантелей. Вот мне еще нравится вот это упражнение на трицепс. После 3 подходов руки просто отваливаются. Я в основном занимаюсь дома самостоятельно, через день. Когда нахожусь дома, то занимаюсь постоянно. Но я бывает, что уезжаю на месяц-полтора на работу. Поэтому на работе я большую часть теряю мышечной массы. Потому что не всегда есть время заниматься там и возможность и питаться правильно. На спортивной площадке занимаюсь первый раз, поэтому сегодня как бы пробные упражнения. Thank you.
После домашних тренировок в уличные тренировки, конечно, ощущаются лучше. Широчайшие и грудные на второй день побаливали. Ну, три подхода, пробую на грудные. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.